Доброе утро, дорогие друзья. Вот окраина старинного украинского города Меджибож. Сегодня Хилул, день рождения Баал Шем Това. Мы сегодня ночь были у Баал Шем Това на могиле. Вот, закончили лыхаем делать где-то часам к 3 ночи. Утречком читали молитву в старой синагоге. В общем, потрясающий день. Вообще, чтобы все знали, это волшебный день. Сюда, если приезжать, ты можешь получить здесь все как россыпь бриллиантов. Любое желание здесь исполняется. Для урока сегодня повода нет, потому что день рождения Баал Шем Това, а вот рассказывать о чудесах надо, поэтому я очень коротко расскажу историю волшебную с Баал Шем Това. Много лет назад мне подарили Арон Кодыш. И так как в Арон Кодыш надо было что-то положить, я зашел к нашему раввину и говорю: «Ребе, там, может, старая какая-то негодная Тора сейчас есть», это было лет 20 назад. Он говорит: «Да, мне сегодня из Чернобыля один человек там пришел за бутылку, говорит, у меня валялась на чердаке, отдал маленькую Тору». Короче, он мне дал эту Тору. Я укорачиваю, это очень длинный, интересный рассказ, но я коротко говорю. А потом мне один друг подарил старинную сефардскую Тору, которую привез из Кувейта. И я попросил в институт восстановления Тор в Днепропетровске приехать восстановить ее. Они приехали ко мне. И заодно я говорю: «Знаете, вот эту маленькую старую тоже восстановите, если посмотрите». Все, это было в 5 часов вечера, они уехали. Утром я приезжаю на работу, они сидят у меня на работе и ждут меня. Я говорю: «Что случилось?» Они говорят: «Где вы взяли эту Тору?» Я говорю: «Ну, я вам объясняю, с Кувейта». Он говорит: «Не-не-не, вот не вот это, вот эту маленькую, что вы нам дали». Я говорю: «Ну, вот так и так, там, с Чернобыля». Он говорит: «Вы понимаете, есть две известные Торы Баал Шем Това. Одна из них в Нью-Йорке, одна в Израиле, а третья пропала в районе Чернобыля. Но вы понимаете, говорит, все, что написано, там, стоянки, столбик, там, специальный, все сходится один к одному. Дайте нам возможность исследовать ее, восстановить». Мы восстановили эту Тору, взяли ее отрывки, сверили с теми Торами, которые хранятся в Израиле. Это вот эта потерянная Тора Баал Шем Това. С тех пор она хранится у нас в семье. И 2 раза в год на Хилул и на Рушашона мы приезжаем с ней сюда. И все люди, которые вот слышат эту Тору, что когда вызывают, тем более к Торе, исполняются невероятные желания. Вообще здесь я просто показываю, как вот Бог управляет этим миром. Это надо было вот так вот все это сопоставить, принести, чтобы именно она попала тогда, когда надо, к тому, кому надо, чтобы он ее восстановил. И сегодня эта уникальная Тора, вот она сейчас в этой машине, мы везем назад ее домой. И поэтому вот это вот такие чудеса происходят с человеком каждый день. А вообще чудеса происходят каждый день, но мы не всегда их видим. Написано, для того, чтобы Бог открылся человеку, нужна какая-то определенная внутренняя готовность. Если у тебя ее нету, то, к сожалению, так сказать, звук есть, а ты его не слышишь. Вот вокруг нас много всего происходит, там радиоволн, например, но мы же их не слышим, потому что приемник в голове у нас не встроенный. То же самое и здесь. Особенно в эти дни, вот, которые, ну, действительно самые важные, 12 дней, я уже говорил, просто повторюсь, вот эти 12 дней считаются ключевыми. За каждый день ты можешь исправить целый год. Поэтому сейчас надо просто думать. Происходят такие события в мире неординарные. А на неординарные события должны быть неординарные какие-то реакции. А у нас какая реакция? Коронавирус выходит за рамки всего, что было в мире. А у нас какая реакция? Ну, там, не заболел и хорошо, вылечился и хорошо. А почему это пришло? Зачем? Чему оно должно нас научить? Об этом никто не задумывается. Поэтому еще раз хочу сказать. Сегодня волшебный день. Хилул — это день действительно, ну, Баал Шем Това, который мог и видел все. Он видел времена впереди и все. Поэтому сегодня можно зажечь свечку в память о нем и что-то у него попросить. А я постараюсь быть проводником, который донесет это вот здесь вот прямо до места захоронения. Вообще еще раз хочу повториться. Если у вас будет малейшая возможность попасть в Меджибож, вы попадете совершенно в сказочное место. Брахава от слаха, самого лучшего всем, всего самого хорошего. Кто написал мне на сайте, там, я всех, помолились мы за всех, кто обещали. Поэтому вот пусть эта браха из Меджибоша принесет хороший приговор всем на Новый год, печати, чтобы у всех было все хорошо. Браха вацлаха.